Или записываем, а потом перестали. Ну, в общем, мы с Кириллом обсуждали Пенелопу Крус и шансы сборной России на выход, да. То есть на шанс сборной России на предстоящем чемпионате Европы, но, к сожалению, забыли записать партию. Ну, в общем, у нас было интересное дебют рейти, я как-то подкручивал наобум, и создалась вот такая позиция. И что соперник хочет на ладья Е1? Не знаю, что. Может, он уже за плюшками ушел? Не, по-моему, безнадежно, нет? А, то есть он думает, что здесь нет мата. То есть я могу, ну, в крайнем случае, ферзь c4 могу сыграть. Ферзь d7. Ферзь d7. Ой. Нет, Блин, там надо как раз мат нет мата, поставить. мы, видимо, должны брать здесь. Стоп, уже все. Материала нет, ничего нет. Почему не сдаться? Ну, 24 секунды. Теперь можно сдаться. Ферзь d3, такой ферзь шпал. Блестяще. А я под ней записываю видео. Ну, в общем, сицилианка. Мы играем сицилианку, конь c6, новый ход. d4. Взяли. Какой вариант играем? Давай Е6. ускоренный челябинский. Защита ли? Чего? Чё-чё? Ты о чём? Снизу пишет, что такое Ливенталь. Ну это не... Это называется вариант Калашникова на самом деле. Вариант автомат. Почему? Все считают своим долгом пошутить на эту тему. Все люди считают, если они не, умно не пошутят про автомат, то, конечно, что-то страшное произойдет со Вселенной. Вариант автомат, по-моему, звучит лучше, чем вот этот калашников. Ты не согласен? Так, что здесь играется? Слон d7, слон e7, это пешка жертвуется, ладно, пофиг. Как тебе гамбит? Ну, не знаю, не бодр. Не бодр. Не бодр. Ну ладно. Не бодрый, так не бодрый. Смотри, план, да, играть АБ. И ладья 3, если да. А зачем? Это самая ужасная фигура соперника. Зачем ее менять-то? Отлично. Нужно. 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 2-0 ведем как-то не солидно. Нужно все-таки слить. Так ты рассуждаешь. Судя по всему. Нужно помогать людям. Ладно, давай Знаешь, пнем вот делай коня. добро, и тебе припомнят. О, отлично. Слона. Только что я сказал, что это самая ужасная фигура, менять ее нельзя. О, отлично. Не, на самом деле ситуация, конечно, изменилась. И теперь у нас есть шансы на королевском фланге. Это я только что придумал. Не, ну на самом деле есть. Нет, на самом деле нет. Надо ферзь брать, потому что иначе она слишком быстро бежит. И f4, f4, f3 дальше такая идея. А, ничего, ничего. А, ну ладно, к счастью, он не стал мудрить, а если он сейчас... Он мог сейчас как-нибудь умно сыграть, вроде... Вообще по-другому. Ну, f3 не кидывай. Ну да, ну... Хотя... Ну все, отлично. Слон d7. А вот как тут все-таки... Нам нужен ферзь на h3, но при этом... Чтобы он слон f1 не выгнал его, правильно? Но слон d7 с одной стороны логично, с другой стороны он уже не будет меняться. Ну да, мы поменяемся и пойдем. Ладно, хорошо. Мы там ферзь c8 бы там оставляли. Надо так играть. Да блин, ну все, мат. Какой мат? Нет пока никакого мата. Не, ну хоть. Да, атакующие возможности есть, но мата никого нет пока. Как защищаться надо? От чего? Ну, мы ничем не грозим. Вообще мат 2. Да какой мат? Слон на f1 всегда. Ну я не знаю, чем слон на f1 играет, это тупо. Что просто дает нам темп. А, он сейчас ладью пробросит на e4. Ох, как хитро. Вот там g5. Что за g5? g5. Что за маразм? g5 отрезаем поля. Какие поля? Поле h4 отрезали. Так он и так отрезан. Пешка лучше, чем слоном. Да абсолютно не важно чем. Почему? Можно как-то исключение придумать, да? Блин, я считал ладья 4. Да не получается, ладья 4 очень сильный ход. Надо зафиксировать пешку, чтобы она не потерялась. Слон f6 надо при возможности. Да, но
Я не вижу каких-то идей. Ну ладно, там ладья e8. Ладья, если он... А, ну так, играет, тоже возможно. Вот если бы сейчас играл я бы, знаешь, пошел. Ферзь g6. h5, h4. Нужна ладья в атаке. А, да, кстати, не попробуем. Но почему-то не пошел ладья в6, ладья h6. А, там флот. Боже, слон это тупой. Я не знаю, зачем я это пошел. Так, ну тебе отвлечение, ладья b1. Да, ну он успеет же туда обратно. На так играть. Все равно это не очень. H6 какой-то ход. Да. Досадно. Это что? Ну, ничего, просто нельзя, пешку нельзя пропускать. Он мог ее съесть, не? А, не мог. Второй заехал. Ему хватает сил держать ее? Не знаю. Хватает, молодец, 7. Например, да. Так, ладно, я пока грозит. Так, мат грозит. Какой ферзь c2? Нам мат. Где? Ну вот, на e8. А-а-а. Я h6 пошел тут одним ходом. Теперь... Чё так? Стоп. Ладья c1. Ладья c1. Да, ферзь c1. А, все, не понял. Да. Ну, мы просрочили время, но позиция совершенно безнадежна, так что все по делу. Ну, должна была быть какая-то матая атака, но я не разобрался. Время немного потратил. Всем спасибо за внимание. Интересная партия.